Увеличили эффективность работы на треть. Таков итог реализации в Новосибирской области нацпроекта «Производительность труда». Когда государство помогает частным предприятиям оптимизировать производство, рационализировать работу сотрудников и уменьшить убытки. С начала года к проекту присоединились 45 предприятий. Обязательное условие – годовая выручка кандидата должна превышать 400 миллионов рублей. Полгода специалисты регионального центра профкомпетенции Минпромторга обучали руководителей, инженеров, логистов, исправляли ошибки. И вот итог. В среднем производительность труда каждого сотрудника увеличилась на 35%, а время сверхурочной работы сократилось. Добавлю, что помощь предприятиям государство оказывает безвозмездно, требует только отчет об успехах. Предприниматель обязан увеличить годовую выручку своей фирмы хотя бы на 5%. В следующем году в нацпроект планируют вовлечь до 200 участников. Я этому на самом деле удивляюсь, как активно предприниматели и компании участвуют в этом национальном проекте. Созрела критическая масса, они дошли, что называется, до точки, понимая, что если они не предпримут какие-то вот радикальные шаги, основательные в изменении процесса, в совершенствовании этого процесса, то дальше они не продвинутся.